пустынники, и жены непорочные, чтоб сердцем возлетать в области заочные. Сложили множество божественных молитв, но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет. В дни печальные Великого Поста все чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый. Любое начальство змеи сокрытой сей и празднословие не дай души моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. Да брат мой от меня не примет осуждения.